Два быка на выгуле на холме. Внизу под холмом на пастбище пасется стадо коров. Молодой бычок бегает вокруг старого. Дяденька бык, дяденька бык, давай быстренько, быстренько спустимся и чпокнем вон ту белую коровку. Старый бык, не отрываясь от поедания свежей сочной травы, отрицательно мотает головой. Ну хорошо, хорошо. Молодой продолжает бегать вокруг него. Ну давай тогда быстренько, быстренько спустимся и чпокнем вон ту черную корову. Нет. Продолжая жевать траву, отказывается старый бык. Ну ладно, если тебе не нравится черненькая, беленькая, давай быстренько спустимся и отшпилим вон ту рыжую. Нет, отвечает старый бык. Молодой же в полном отчаянии. Ну и что мы тогда будем делать? Старый бык оторвался, наконец, от поедания травы. Обвел взглядом пастбище со стадом коров и говорит: сейчас мы медленно-медленно спустимся с холма и выедем все стадо.